который раз убеждает, что все платное и очень распиаренное среди туристов является самым неинтересным и, честно, противным. Это пляж Падан-Падан, где снимали фильм «Ешь, люби, молись». Инфраструктура сделана ужасная. Все такое какое-то... Хотя мы здесь даже поужинали или пообедали. Дорого, дороже, чем везде. И не скажу, что вкусно. Но просто хотелось есть. Обычно бутылку воды продают втридорога. И есть плата за вход. 10 тысяч рупий, это чуть меньше 1 евро. В общем, не знаю, зачем мы сюда заехали, но вот так случилось. И таких же, как мы, любопытных здесь очень много. Хотя по факту купается людей очень мало. Море здесь неплохое, вход хороший, пологий, белый песочек. Больше приезжает пофоткаться, особенно туристов привозят конкретно на эту точку. И вот мусульмане, китайцы прячутся в тени. Вот. Учитывая то, что мы бывали на совсем таких скрытных пляжах, где не было никого, и после этого попали сюда, разница колоссальная. Ну и романтики, какую мы видим в фильме, тут, конечно, никакой.